Привіт усім, хто знаходиться на хвилі «Баті Тайм». Сьогодні субота, і я, як і більшість красивих дівчат нашого міста, вирушаю до клубу «Компас». Компасе самая сладкая эротическая вечеринка, которая посвящена началу лета. Сегодня в Компасе леденцы, конфеты, сладкая вата и зажигательные девочки на Candy Shop Party. Сегодня в Компасе Candy Shop Party, поэтому неудивительно, что перед вашими глазами три блондинки и три блондинки в розовом. Девчонки, так понимаю, что кроме того, что вы сегодня готовились к этой вечеринке, вы еще и каким-то образом помогали в ее создании. Да, мы помогали в создании, мы готовили пиджек для сегодняшнего вечера, создавали им образы конфетные, сладкие, яркие. Как правильно создать настроение на такой вот конфетной вечеринке, как вы считаете? Много розового, конфеты и дети дома. Я думаю, что девушки, в принципе, сами по себе сладкие. Большое количество девушек – это уже классно. А если мужчины по достоинству смогут это оценить, то вообще вечеринка будет незабываемой. Non-stop! So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa! I'll take you to the candy shop. Yeah. Я ужасно люблю сладкое, позволяю столько, сколько я его вижу вокруг себя. Я очень люблю сладкое, но так как слежу за фигурой, позволю себе черный шоколад. А какой самый любимый десерт, который можно скушать, несмотря на все запреты и диеты? Пьяную вишню, шоколад с клубникой, там, или шоколад с вишней. Я не смогу стоять перед этим. Тирамису. Как всегда, в Компасе супер, это наш родной клуб. Мы еще с самой юности сюда ходим. И всегда это весело, задорно и кайфово. Вечеринка Candy Shop в Компасе. Любите ли вы сладкое? Обожаем сладкое. Обожаете? Конечно. Как же девушки без сладкого? Я не знаю как. Ваш самый любимый десерт? Тирамису. Мороженое. Как вам сегодняшняя вечеринка, ее тематика, атмосфера? Очень нравится. Замечательная атмосфера. Все девочки одеты как Candy Shop настоящий. Просто круто. Что сегодня всем девушкам раздавали чупа-чупсы, но когда мы приехали, программа «Party Time», все уже дососали, скажем так, а ты еще нет. Почему так получилось? Я напоследок оставляю. Понимаешь, кто-то должен продолжать вечеринку, и если все, извините, насосались, то я открываю второе сосательное дыхание. Я знаю, что в честь Евро-2012 будет какая-то вечеринка тематическая в Компасе. Знаешь что-то об этом? Да, ни для кого не секрет является, что Харьков удостоен чести принимать голландцев у себя в городе. Особо об этом знают хорошо барыги и торгаши определенной категории товаров.
Но мы 9 июня будем говорить не об этом. Мы будем говорить о Голландии. Разумеется, поговорим о тюльпанах. Конечно. Разумеется, вспомним... О красных фонарях. Ветряные мельницы. Нет, что ты, мы порядочные, какие красные фонари. Разумеется, мы будем пропагандировать деревянные туфельки, ботиночки их голландские. Ну и, конечно же, оранжевые цвета будут в моде. А еще я знаю, что даже сам Майкл Джексон воскреснет ради Евро-2012 и посетит Компас. Правильно? У нас будет воскрешение. Мы всем персоналом клуба «Компас» проведем спиритический сеанс. Я буду во главе. 13 девственниц в центре круга. И мы будем вызывать дух Майкла Джексона, который, я уверен, посетит нашу вечеринку. Совершенно верно. Вечеринка, посвященная Майклу Джексону, будет 16 июня в клубе «Компас». Друзья, хочу напомнить вам, что Евро-2012 все ближе и ближе. Если вы не успели приобрести билеты на стадион, вы можете прийти сюда, в развлекательный центр «Компас», и насладиться самыми яркими матчами в спортбаре этого заведения.